что строится, не знаете, как, куда строится, как, почему. Буквально в первых числах февраля завезли вот такие метровые трубы. Вот эта труба, то, что так ее подняли высоко, будет паводок, в этом году снега много. Вот сейчас мы стоим в русле ручья замерзшего, его почему-то засыпали, подняли на несколько метров уровень и вставили вот такие трубы. Для чего они нужны, мы не знаем. Ручей, он всегда течет, то есть родников много. Куда будет выходить эта вся вода, непонятно. Прямо за моей спиной находится пойма реки Клязьма. И что самое ужасное, она исчезает буквально на наших глазах. Ежедневно сюда прибывают десятки многотоннажных грузовиков, которые засыпают ее строительным мусором. Битый кирпич, щебень, какая-то плитка, стройматериалы. Откуда они взялись, кто их сюда привез и зачем? Предстоит разобраться вместе с жителями. По нашей информации, здесь происходит выравнивание вот этой вот болотистой местности для того, чтобы в дальнейшем отдать этот участок под коттеджный поселок. Но есть протест прокуратуры, решение судов, смена кучи собственников и, что самое главное, категорический природоохранный запрет на все эти проводимые работы. Водные объекты находятся в федеральной собственности. Садоводство здесь невозможно. Здесь пахотные земли, здесь можно сажать реву, там, рожь сеять, да, там вот. Строить нельзя. Никаких коттеджей, домов. Да. То есть, возможно, что люди, купившие здесь землю, построить здесь коттеджи, станут фермерами. Да, даже не фермерами, а просто могут пахать здесь. Тем, что они будут обмануты. Вы видите вот этот водный объект за моей спиной? А на самом деле его нет. Предыдущая администрация очень позаботилась так, чтобы вся эта местность выглядела как ровная пустая сушь. Но это не так. Все это водоохранная зона реки Клязьма, которая пронизана целой сетью небольших водных объектов. И естественно, что любое строительство здесь категорически запрещено. Из 70 гектаров 30 гектаров болот. И если это болото взять, это практически ополовинит участок. Изъять вот эти вот ручьи с их водоохранными зонами. А как так получилось, что не пропали? Мы не знаем. Чтобы вы понимали степень вандализма и отношения людей к этой местности, только посмотрите, вот здесь вот раньше была аллея ветеранов. Казалось бы, важное памятное место, посвященное историческим событиям. Люди высадили деревья и облагородили этот участок, что вообще не помешало варварам пройтись по нему катком, установить здесь какие-то непонятно откуда взявшиеся заборы и просто все вот это вот вперемешку с землей, грязью и глиной уничтожить вот этот вот рукотворный памятник, который с любовью делали жители местных сел. Сейчас, естественно, вся администрация сменилась. Они ведут нам навстречу, да, сейчас. То есть, есть понимаете, что предыдущая занималась какими-то махинациями с землями? Не исключено. Мы не знаем. Да. Да. Но не исключено. Предполагать. По нашей информации, к делу уже подключилась прокуратура. Суд вынес решение о приостановке работ на этом участке. Но, тем не менее, техника и рабочие на месте. Строительный мусор тоже никто отсюда никуда не убирал.